Доброе утро, в Подрастюшино, 11 апреля. Видите, бегошка вылазит. Покажу вам мои укореняшки. Вот это вербена сажала. Так, вот это, думаю, что это колиусы. О, тайдалы, смотрите, как пошли в рост. Пошли в рост. Так, укореняются у меня. Здесь у меня растут. Огурчики у меня тоже растут. Вот кто-то уснул и спит. Здесь посажены томатики. Здесь у нас томатики. Здесь огурчики. Здесь у нас огурчики наши. Так, здесь у нас вытягиваются петуни. Ой, все сломала. Все сломала. Ой, господи. Чуть-чуть подождите, мои хорошие, я до вас доберусь. Я вас всех обчикаю, сформирую. И будет все у вас хорошо. Так, перчики, которые я распикировала. Томатики. Красотка, вот, конечно, красотка. А откуда идет? Ну, непонятно, откуда идет. Пусть стоит, не очень есть время. Вот уже завязываются огурчата. Вот этот волшебный момент, я так его люблю. И сразу уберем и поведем в один ствол. Чик. Здесь вот уберем, вообще не нужен нам на первом листе. Ну ладно, это сейчас я так с ней буду играться. Опоздаю. Вот эти томатики хорошо, тиамонточки перепикированные, которые уже немножко переболели. Все, пошли. И помидорки дюймовочки. Посмотрела я сегодня, напоминалка мне пришла. 2 года назад я создала свой канал Подрастюшино на Ютубе. И так забавно заходить туда, листать. Поэтому, если вдруг кто-то захочет ко мне зайти на канал Ютуб, его найти просто. Забиваете Подрастюшино. Это навигатор, это Одноклассники и Ютуб. Наш канал. Заходите, подписывайтесь. Вы сможете не только в статусе смотреть, а просто следить. Если интересно. А я поехала на работу. Всем хорошего дня.